Я прошу пригласить в зал свидетеля защиты Мешкова Фому Фомича. Заходите. Здравствуй, Вася. Здрасте, Валечка. Опять вы? Мешков. Можно я вам задам один вопрос? Конечно. Послушайте, Мешков, вы тут у нас в суде по полдня торчите и почти на каждом процессе выступаете в качестве свидетеля защиты. Это, Мешков, вызывает очень большие сомнения в вашей бескорыстности и может привести вас к очень неприятным последствиям. Да ладно вам, Ваша честь. Вы тут вообще в суде целыми днями кантуетесь. Ну ничего же, пока все тихо. Валечка, готов к даче заведомо правдивых показаний.